Приветствую вас. Видно, что вы по-прежнему задаете один и тот же большой вопрос. Жаль, что вы так и не решили проработать свою проблему. Жаль, что вы не решили идти по пути изменения себя, но это, с другой стороны, ваш выбор. Я могу предложить вам смысл жизни в том, чтобы осваивать культурные ценности, расширять свой кругозор, повышать интеллект, раскрывать свои интересы, развивать свои интересы, осваивать новые и новые виды деятельности, которые вам, конечно, близки и интересны. Я предлагаю вам знакомиться с новыми людьми не ради того, чтобы вступить с ними в отношения, не ради того, чтобы завести, не знаю, брак, детей и так далее, а просто для того, чтобы обогатить себя новым опытом. Знаете, если вы ищете новый смысл, то нужно прислушаться к себе и понять, что же все-таки вам нравится, чего вы хотите, чем вы ценны как человек. То есть мы сейчас давайте не будем говорить про то, что вы не реализуетесь как женщина, вот про это мы говорить не будем, а давайте мы скажем именно вот по поводу того все-таки, что вы и обладаете потенциалом человека в общем смысле. И вот как вы этот потенциал раскрываете, как вы его реализуете, что вы с ним делаете, прислушиваетесь ли вы к себе, видите ли вы себя идеально, стремитесь вы к тому, чтобы стать этой идеальной. Есть ли у вас какой-то образ, идеал, к которому вы могли стремиться, что вам нравится и куда бы вы хотели двигаться, в каком направлении, чисто для себя. То есть все ваши мысли, они связаны в основном с мужчинами. А вот если вы подумаете только о себе и будете делать что-то только для себя, вы удивитесь, как быстро мужчины обратят на вас свое внимание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!